представить мне другим, как просто сказать себе, вот с ним я и совместим. Но нужно научиться в реальном нам мире жить. Для этого и представлен к нам ангел с нами быть. Труден путь ангела, ближайшего свидетеля. Он увлекает в храм, человеку желая развлечения. Ангелу хотелось в уста вложить слова кроткие, а он произносит слова совсем враждебные. Ангел ближайший помощник есть над человеком. Когда дает он крылья, то мы парим над планетой. И мы не можем видеть поет следов протяжение, где ангелы ведут борьбу за наше сохранение.